Народ, привет! С вами снова мы. Привет. И мы снова еще не в Эмиратах, пока еще гуляем по Киеву. И сегодня вот Наташа уже пошла покупаться на Русановке. Русановка — это Наташин район, между прочим, да? Тут твое детство прошло. Родина, да? Да, да. Родина. Да, да. Так вот, ну, некоторые блогеры просто не очень хорошо его сняли, Наташе не понравились. Она говорит, ну, давай тоже Русановку снимем. Ну, сейчас покажем вам Русановку. Ну, как обычно, мы очень радуемся, что зеленый парк. Зеленый парк. Давай покрутимся. Вообще класс, конечно. Это что-то. Зеленый парк. И сейчас покажем тут еще Днепр. Прекрасный Днепр, в котором люди купаются. Кстати, да. Наташа тоже купается. Да, знаете, зеленый. Сегодня холодновато, думаю, я купаться не буду. Такая погода, знаете, солнце и прохладный ветер. Но это просто кайф после Эмиратов. Это просто кайф. Так. Ой, смотри, я закрываю красивую птичку. Да. Птичку. Ага, и, кстати, такая вот поляночка цветов, а вот там вот розы. Сейчас вообще переведем, свайпну вам камеру и покажем розочки. И знаете, запах действительно розы. А когда еще кто-то вот костерок начал жарить. Подходишь и так, ах. Ой, смотри, прямо клумба. Это почти просто шикарно. Посмотри вот этот цвет. Ну, чистят зелень, чистят клумбы, да, действительно. Ну, то просто что-то такое вот мега фантастическое, конечно, для нас сейчас. Видимо, мы так долгенько, 2 года в Киеве не было, не были из-за всей этой ситуации. А вон же в этой ротонде. Ну вот, а теперь пойдем посмотрим вот то, что мы хотели вам показать. Просто такой великолепный вид. Возможно, ветер вам шуршит в камеру. Прошу прощения, сегодня, да, что-то вот... Вчера какой сильный ветер был, ну сегодня вот сейчас. Да, я переведу сейчас на дальнее расстояние сейчас. Вот, чтобы вообще так хорошо было видно. Ну и, конечно... И потом покажем или не покажем? Что? Аллейку, там, громады высадили. Покажем, конечно, обязательно. А вы даже вот сейчас, может, увидели? О, эхо, эхо здесь. Ну да, это же ротонда специально, здесь выступление проходит. Вот ступенечки, пенечки, пенечки, и прям к воде выходим. Можно рыбачить, а можно просто любоваться таким безумным небом. Небо классное, да, вообще? Да, вообще. Это что-то. А флаг с ним поставили, флаг самый большой. Да, кстати, флагшток поставили сейчас. Попробую увеличить. По нему классный ветер определяет. Ага, вот. Родина-мать и флагшток. Ну, смотри, сейчас северный ветер. Ну, с севера. Ну, а ты знаешь, где какой ветер, вообще ну, классно, да. Молодец. Хотя в лицо нет, это даже не... Надо подумать. Все, сейчас отдаляю. Вот. Мужик ловит рыбку. Так, ну что, ротонду посмотрели, посмотрели немножечко вид. Так, ну идем, покажем. Наташа хочет показать аллею, где наша украинская громада высадила, помню, какие уже. Так это не только у... Наша украинская громада в Абу-Даби. Почему? А где? Полностью в Эмиратах. А, я думала, именно из Абу-Даби, то есть... Так тут не только в Эмиратах, тут из разных стран громады высадили. Вот такой пошел клич, и кто хочет, значит, они определяли деревья, по-моему, киевская там власть или кто-то, или коммунальное предприятие. Ну, вот, все, я уже понял. Да, деревья могут быть посажены. Сейчас свайпы, ага. Я помню, что у нас рассказывали. О, это в Дании, видишь? Это бук из Дании, да? Это бук такой, да. Ну, такое вот интересное растение какое. Он дуб посадили. Давай посмотрим. Ну, все-таки такая аллея. Почему-то я вот читала, что только вот наши с Эмиратов. Нет, ну, это вообще из всего, ну, мира, да, я вижу уже. Ирландия. Они в разные года, по-моему, сюда. 18, 19. Просто наши так сильно расписали это в наших группах. Я такая, круто вообще. Ну, просто это... О, Люксембург, смотрю. Вообще это тоже? Люксембург. А что это вообще? Мне солнце в камеру. Бук червоный тоже. Бук червоный. Ух ты. Слушай, а я, по сути, никогда и бука-то не видела. И я не видела. С камеры сниму. Ух ты, ух ты. И вон там одно деревце. А ну идем, найдем. О, наши справа, регулярно справа, смотрят и отчитываются. Справа, да-да-да, справа, справа. Монако, елки-палки, акация звучит. Вот так вот, Монако. Монако. Класс, красота какая. Так, что это дуб тоже? Дуб это тоже червоный. Дуб червоный. Гамбург, Немеччина. Гамбург. Высокий самый, да? А нет, не, тут тоже высокий. Так, это у нас что? Испания, дуб червоный. А где он? Вот, наверное. Вот это, наверное. Да. Может, наверное, какие-то... Слушай, мы тоже, наверное, дуб посадили из Эмиратов? Нет, по-моему, калина. Надо где-то подальше. По-моему, да, точно. А, и это дуб червоный. Пивдена Африка. Да, ух ты, действительно. Пивдена Сауз Африка. Круто, круто, круто. Это что-то другое, смотри. А вот уже и другое что-то. Италия. Орех.
Орешек. Италия, орех из Бреши, за да? За кошти волонтерської сотни, так называется. За, Місто Брешія, за деньги думаю... волонтерской сотни Брешия. Брешия и... такая команда есть в Италии. 2020 год. То есть что? Люди это... Подожди, подожди, подожди. Да. Мы что, прошли? Это акация, я так понимаю. А ну дай, подожди. Видно там, видно. А ну дай. Українцями РФ. Російської Федерації. Да ти що? В Росії. Горобина, рябина. Посажена верними українцями. Из России. Очень приятно. Ну, думаю, маленькая, да, она потом разрастется. Ну, там что-то не стоит таблички. Да, может, вандалы. Там еще это, давай быстренько принесли. Что там ну, еще? Много, как деревьев. Я не знала, что так много. Если... Так, ну, вы представляете, по-моему, давайте вот мы это, вас по-моему, утомлять-то не будем, да, как да. обычно. Вот. Будете в Киеве, и если вы киевляне, приходите. Монголия, Калина. Да ай, смотри, растет уже. А вот ой, красота. Эмираты, а вот и Эмираты. Ну вот, это дерево, Калина обычная, посажена за деньги украинцев в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, здравствуй. Столько про тебя в группах читали. Привет. Привет, Калина. А здесь Сингапур. Ну, кстати, в группе в Фейсбуке «Сингапурцы в Украине» я тоже состою. Так, на всякий случай. Красиво, Калинка, да? Ну вот, так, вот такая аллея, ребята, такая аллея. Кто-то елочку посадил. Так. Сакура. Сакура? Из Токио, да. Из Токио, ну вообще. А смотри, а там кто-то даже это бросил. Красиво как. Какую сигару кто-то тут курил. Кто-то курил сигару. Ну, вы думаете, это хорошее удобрение, ребята? Ну что же вы так? Из Египта, ух ты, Черем. Черемха венгерская. Да, ты что? Вот красивая. Да, красивая. Ну да, и с другой стороны я покажу, потому что, это честно, что, такое. Посадили? Красиво. Да, то поле. А это тополь. Это Ринге, Франция. С Франции. О, тополь. Шикарно. Ну как вам вообще? Смотри, как миленько на бирюзе это. Ага. Скворечник. Сейчас увеличу еще, а то так мне еще плоховато видно из-за солнца. И пойдем дальше. Принято. А вон там елочки, Индия и много всего с дальше. С этой стороны. То есть люди начали как бы это не. То есть вот эти пришла. Вот тоже вот стоят таблички. То есть и с этой стороны обходить. И стоя. В общем, куча всего. Ну, растут, приятно. Ухаживают. Да, вообще. Ну и, конечно же, вот рекреация на велосипедиках. Неплохая такая дорожка. Можно бегать, кататься, гулять. Ну, снова это великолепное небо Киева. Все, сейчас будем уже идти. Покажем, на пляже, да, покажем вам пляжик еще. И Наташа говорит, что очень чистая вода, можно купаться. Нет, я не сказала. Нет, нет, сказала, да, что... вода с зеленочкой. Так, короче, зная Наташу, она ну, я купалась. В плохой воде купаться не будет. Вот, зная да? Наташу просто. Серьезно? Да, она дева по гороскопу, она, знаете, вот. Зачем ты выдаешь все секреты? Поздравляйте, кстати, скоро можете меня поздравлять. Ну, это видео... Не, ну там теория. Возможно, это видео, поскольку мы так ну, монтируем, сняли много видео, вообще будет уже после твоего дня рождения. Ну, точно до Нового года, не волнуйтесь. Разберемся. Да, разберемся. Вот. Ну, сейчас идем там, и происходит цветение. Покажем пляжик, да? Вот, в воде, конечно же, есть зеленый цвет. Ну, давай так, так покажем, что... и люди сами вот... А вода чистая, красивая. И пахнет так вкусно. Говорю, знаешь, вода чистая. Водоемом таким вот пресным. Я купаться не буду. Ой, посмотрим. Да холодно просто, ну слушай, ведь ветер да, такой. Я согласна. Воде... Я такая мерзляка, я не купаюсь. Вчера уже было это, Или, по-моему, и говорят же, Илья воду насяг. А не спас разве? По-моему, не спас. Ну, так кто там воду написал, напишите, пожалуйста. Да. И вообще не делайте этого, народ. Пожалуйста, вода после этого холодная. Простите. Хотя должна быть а теперь теплая. Я это, а теперь я хочу сказать правду. А туалетов-то нет. А, понятно. Так что зачем здесь купающиеся продают пиво и кофе, непонятно. Сейчас мы пройдем, сейчас Ива будет за нами. Как я люблю Иву. А ну, Ива шикарная? Шикарная. Да.
Кстати, вот это вот киоск с кофе, здесь самый вкусный кофе. Нет, вот здесь. А мне нравится вот там. Нет, тут тоже неплохой. А мы всегда, каждый год я брала здесь, когда к Наташке Мы пока выторг делаем следующий. То есть кофе, по сути, везде неплохой. Да, неплохой. Ой, да что ж такое, что так цепляется, да, извините. Не знаю. Да, все время. Ну, в общем, идем на пляж, идем прямо-прямо-прямо, а там будет пляж. Потом налево-налево-налево, потом ротонда красивая. Ну, покажи. И все, мы посмотрим. Да, вот, вот. А вот ротонда, говорю. Вот ротонда. Так я и хотела показать, что я хотела ротонда? Вот так вот показать. Что такое ротонда? Что такое ротонда? Красиво, да? Ну, красиво сделали. Не, сделали классно, тем более там акустика такая сумасшедшая. А знаешь, а мы еще вечером, может, придем, посмотрим. Мы тут даже сидели бесплатно. Посмотрим. Все посмотрим. Да. Вот мы идем, кстати, классная детская площадка. Сделана под кораблик. Очень понравилось. Столько малышни здесь с удовольствием бегают. А там спортивная. Ага, есть и есть спортивная площадка. Хочу сейчас отметить, люди очень занимаются. Вчера такой. Ой, сейчас много людей. Да ты что? А вчера же погода была какая еще не летная, скажем так. А вот это радует, честно. Вот это радует. И реально видно, что люди приходят заниматься. А вот там, вот обрати внимание. А вот там бокс происходит и тяга, вот что-то такое. Там уже парни... Там уже такой, такие парни, которые покруче, да? Ну да, да, да. А там для души, для сердца. Вот там вот где-то. Так, ясно. Все, мы поворачиваем куда? На пляже. Вот, на пляже уже. Сейчас уже и подходим. Сейчас выгонят нас. Скажут, что вы нас бросили? Нас ждали, но мы снимали видео. Народ, ну что, вот мы и на пляжике на Русановке. Вот шикарные такие. Ох! Немножечко подскользнулась песочечки, сейчас покажу. Кстати, песок такой белющий, такой похожий, как в Абу-Даби в отеле Radisson. Смотрите видео в описании. Вода, как говорит Наташа, зеленоватая, но я бы не сказала, нормальная вода такая. Кстати, такого цвета вода и в Турции, когда вы где-то в Алании, в Белеке, тогда песочная. Но сейчас попробуем воду. Ну, так прохладненькая, но люди купаются. Друзья наши купаются, он плавает. Ха. Ну, красиво, красиво, что я вам могу сказать. Ну, знаете, вы впечатлили, что мы где-то, если не в Украине, то в какой-то Франции такой, не знаю. Тут где-то какие-то замки должны стоять обязательно. Блин, крышка от судочка. Люди, ну что вы такое делаете? Блин, ну зачем? Печально аж просто. Просто красота, красота. Здесь вода такая темноватенькая. Ты пробу воды берешь? Да, беру пробу воды. Меня, конечно, там... расстроила крышка от судочка. Ну, можно зайти. Но знаешь, что есть такие штуки, их, слава богу, сейчас меньше, они такие шипы. Ага, вот какие-то шипы, ты мне сразу не сказала. Я пошла голыми ногами. Аккуратненько. Аж прям стрёмно. Я боюсь. Ну, вода чистая, на самом деле. Народ, вот резюмируем. Вода чистая, классная, люди купаются. И пляж такой сам по себе очень хороший, песочный. В общем, если будем на Дубай, попадем на Ламер или на Мамзар, сравним обязательно. Пока, наверное, вернемся вечером погулять на Русановку. Сейчас будем отдыхать. Ставьте лайк, вам тоже отдыха. Вот, определенный лайк. Наташа достала крышечку от судочка. Все, почистили Русановку, можно так сказать. Сейчас выкинем. Вот за это точно отдельный лайк нужен. Смотрите, вода безумно чистая, и поэтому здесь даже уточки плавают. Вот там подальше их побольше. А здесь прям вот на пляж приплыло к людям, видимо, компанию ищут. Ух, народ, тут приколы не заканчиваются. Смотрите, лимузин просто плывет по воде. Не знаю, свадьба или заказали просто. А вот такой вот кабриолетик. Прикольный. Ой, вообще, лимузинчик да с музыкой. Где еще такое можно увидеть? В Киеве, да, на Русановке. Красота. Народ, смотрите, вот предупреждение. Есть такие шипчики, они очень твердые вообще. И образуются они примерно вот от этой тины, от этой зелени. Наверное, как-то, не знаю,
выцветают, зацветают, потом как-то деревенеют. Сейчас такой, как будто деревянный держу, даже расколоть его не могу. Вот поэтому будьте осторожны, не дай бог пробить себе пятку или стопу. В общем, вот уточки приплыли. Тоже пожелать вам хорошего дня и сказать, чтобы вы были осторожны. Так, народ, ну пока все-таки еще не вечер, покажем вам вообще, чем можно здесь прокормиться, когда вы проголодаетесь. Так, Наташа говорит, здесь очень вкусный хот-дог, да? Какой именно брали? А мы брали так, 50... все, кроме чикен-дога. То есть брали 30, все пробовали? Да. Ага. 50 гривен. Есть еще какой? А вот только по 38 брали? Не, не брали. То есть все смотрите в субтитрах. Ну, вот эти на бургеры тоже неплохие цены, как я посмотрю, да, сравнить но с Эмиратом. Ну, есть было неудобно. Вкусно, но оно разваливалось. Вкусно, конечно, но разваливалось. Да, так, да, давайте да. Вам кофеек покажу. Так, я буду заказывать. Да? Давай, эспрессо, американо, вот цены. Сейчас эспрессо. Дальше идет американо. Здравствуйте. Дальше капучино, латте, какао. Ну, вообще отлично. Еще есть куча вариантов чая. Самый недорогой от 15 гривен. И самый дорогой, наверное, 40. Вот, Наташа заказывает там. С корицей? Что у нас сейчас будет? Потом американо большой. Один, а два. Есть коктейльчики, а еще два. Вообще. Два. Ух ты, класс. Большой. Коктейльчики где-то так от 35 до 55 стоят. А вы сделали свой выбор? Да, мне латте маленький, который небольшой. А маленький латте? За... Небольшой это сколько? Ну, 300 миллилитров. Вот такой латте я хочу маленький купить. Вот, будет классно. Ну вот, в принципе, цены здесь нормальные. И девчонки говорят, здесь вкусно. Как это? Несем кофеек уже компании. Вот компании. Боже, я говорю, от компании я какая-то. Не говори. Итак, народ, вот мы на Русановке вечером. Как и обещали, идем мы в надежде, в большой надежде. Во-первых, что у нас не собьет машина здесь. Да, мы переходим. Вот, вроде нормально. Во-вторых, что мы видим фонтаны все-таки. Кстати, очень красиво открыты все кафешечки, заведения. Блин, так сказать, мне Рождество напоминает, честно. Так что, ну, люди сидят, что-то кушают, да, интересно, прикольно. А как, что за ресторанчик такой? Мацони. Посмотри, как каштаны подсвечены. Ух ты, смотрите, праздник, да? Смотрите, это просто... Смотрите, как классно. Ой, народ, это круто вообще. О. В общем, да. Переоделись, покупались, все нормально. Точнее, я не купалась, ладно, как я и обещала. А я купалась. Да, Наташка купалась, поэтому... Идем, сейчас переходим. Сыроварня. А я думала, Мацони. Кафе сыроварня, но я что-то не понял. Свет вообще-то красный, куда вы идете? Да, красный свет, мы его ждем. Направо, налево. Ну, направо у нас машины. Смотри, какой трафик, это вообще Нью-Йорк. Слушайте, это почти 10 вечера, сейчас будний день, вторник. Ну, налево у нас тоже трафик, ну, так вот, как... С соблюдением. А прямо Березники, скажи, да. Мы тут географию учим. Да, в общем, прямо Березники. Мы ждем, когда мы перейдем уже. Сколько кофе пьют? Народ, мы переходим уже, вон, видим практически фонтаны. Практически видим эту красоту. Вон, потом оранжик сделала. Ага. Сейчас тут насыщенный трафик. Да, тут люди все гуляют. Люди гуляют, приятный такой вечер, прохладненько. Ой, какие фонтаны, я просто это уже вижу. Я надеюсь, что скоро покажем вам и дубайские фонтаны, но я скажу вам так, на Русановке вот ничуть не хуже. Даже было такие где-то и поинтереснее будет. Душевнее. А ну давайте посмотрим. Ух ты! Народ, ну признавайтесь, киевляне, все остальные гости столицы и наши подписчики такое видели когда-нибудь? А между прочим, это очень старые фонтаны. Это где-то в 70-х. А вон, еще налево покажи. Так, вон еще там 4. Нет, сколько там фонтанов? 4? Вообще. 4 или больше? Класс. Это вот 4, такие 4, штучки. 4, сколько 4, здесь 4, посидеть? 50 гривен стоит, да, по-моему? Но мы сидели бесплатно, когда клиентов нет, покурить кальян. Да. Можно. То есть, когда нет клиентов, можно посидеть бесплатно. Вот кораблик какой, милота просто вот такая. Это же катамаранчик шикарный, да? Да, такой подстаринный такой. Подстаринный тип. Аккуратно. И все-таки перевожу ваши взгляды. Перевожу ваши взгляды на фонтан. Просто любуемся. Столько людей стоит и так смотрят. И приятно. И от воды еще такой холод идет. Не, ну это сказка реально.
класс. Пройдемся чуть-чуть или нет? Или проедемся там по всему? Да, пройдемся обязательно, идем туда. Ну, давайте, чтобы просто посмотреть хотя бы. Только не по... Здесь вообще-то для... Я понимаю, что здесь там для... Для велосипедиков и для всех, для нормальных людей уже нету вот места и пройти. Что значит для нормальных? Они ну, тоже нормальные. Вот специальная пешеход. Дорожка для велосипедика, и вот оттуда удобнее снимать, кстати. А знаете, прям водой сейчас... Окатило. Да, окатило от фонтана. Ну, представьте, ну вообще а класс. А высокий, сними как высоко. Ну, я снимала уже как еще, высоко. Еще. Вот. Да, вот такой вот фонтанчик-то. Ух, все идут, гуляют. Даша у меня камеру забирает, поснимает, наверное, меня. Ну как? Оп, и закончились. Кстати, это, по-моему, не фонтан, а может даже... Нет. О, и снова шоу мозгов. Да. Клево. Куда? Вниз? Купаться. Купаться, аккуратненько. Не надо меня показывать фонтанчики, давай посмотрим. Классно. Вот я не понимаю, давай я уменьшу музыка, вообще. Так, кстати, хорошо, что музыка не играет, иначе бы заблочило видео. Ну, вроде в выходные есть музыка, музыкальная. Так, народ, музыку. Пишите, кто гулял, есть ли музыка, что вы себе думаете, что вы знаете. На эти цвета, ну это шикарно, шикарно. Мне вообще нравится. Какая-то вот вату такую сахарная вата, да, сахарная вата разлилась просто. А ну дайте я чуть-чуть спускаюсь вниз под такая бетоночка, но можно спуститься. А кстати, капли на носках реально несет просто. Это ж капли вон падают. А, видно в камеру что? А на камеру не попала? Ну не знаю, мы же... Люди отдыхают культурно. Шикарно, шикарно. Ой, а воздух. Ну вот такие нерусановские фонтаны, которые мы обещали вам показать. Ну согласитесь, лайк заслуживает, да? Да, приезжайте, смотрите, наслаждайтесь, возьмите катамаранчик, если хотите. Класс. И давай, и вверх, и вверх. Нужно ждать. Не, ну это да. Шикарное зрелище. Ну мы уже показали, какой он вверху. Да. И сейчас будет он разливаться еще. Еще. Да. Давай. Если не как это, значит, настраивается. О, повыше. Мы когда стали давай. Выходить, уже они, как бы показалось, что они уже закрылись, мы так расстроились. Да, мы сейчас находимся на левом берегу, а вот камера показывает дальше мост Патона, и переезжаешь, будет правый берег и Печерск. А слева это большие дома Сильвер Бриз. Ага. Вот он! Дождались! Реально сахарная вата, да? Класс! Так, давай уменьшу сейчас просто, чтобы вы просто увидели. Вот такая как красота. И там, и дальше, и на мосту да есть. Сколько людей гуляет? Это будний день. Это да, очень много. Это на будний мосту день. Люди смотрят. И русановские фонтаны вот ничуть не хуже дубайских, потому что они свои, родные. А вон, смотри, люди тоже могут спортом заниматься. Площадочки. Ой, да, люди спортом занимаются. Молодцы, кстати. Молодцы. Народ, ну что, как мы вам показали Русановку, да? Правда, великолепное место. Есть и пляж, есть и зеленый парк. Тут и так хорошо и дышится. Колына, и фонтаны. И колына, и бук, и хвоя. Так что уезжать и совершенно дубы, не хочется. Вообще, и пляж, и уточки, и люди приятные. Что нам подписчики напишут, есть ли у вас такое место интересное в своем городе? Или киевляне, были ли вы здесь? В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, всегда вам рады. Всем пока. Пока!